всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, который полностью посвящен новой ведущей Дома 2 Екатерине Стариковой. Екатерина родом из Новосибирска, ей 25 лет, она окончила Сибирский институт управления. В 14 лет ее тетя чуть ли не за ручку привела в модельное агентство Elite Stars, и с этого возраста она начала работать фотомоделью. В показах Екатерина не участвовала, потому что рост у нее всего 170 сантиметров, и этого недостаточно для такой работы. Молодой человек Катя играет в футбольном клубе «Сибирь», и когда она жила в Новосибирске, то не пропустила ни одной игры, где он принимал участие. Он же и стал ее официальным мужем. Мы покажем вам некоторые фотографии со свадьбы Екатерины Стариковой. Обучаясь и работая в модельном агентстве, она изначально свое будущее не связывала с модельным бизнесом. Екатерина всегда хотела стать телеведущей. В 2010 году Екатерина Старикова участвовала в конкурсе «Краса России-2010». Она прошла в финал и завоевала титул второй вице-мисс. Хоть Катя и отучилась в институте управления, но карьера государственной служащей ее не очень-то интересовала. И как нельзя кстати, ей пришелся подарок, который она получила на этом конкурсе красоты. Это обучение в школе телеведущих Останкино. По словам Екатерины, о таком сюрпризе она могла только мечтать. Екатерина не случайно победила в конкурсе. Девушка считалась одной из лучших в городе фотомоделей. Ее лицо украшало рекламные плакаты многих крупных компаний. Ну и к тому же, до этого она стала финалисткой конкурса «Мисс Сибирь». Катя оказалась самой низкой девушкой изо всех претенденток на титул «Краса России», а их было 50 человек. Однако это не помешало ей выйти в финал и завоевать звание второй вице-мисс. После такого фееричного выступления она переехала в Москву на постоянное место жительства. Катя давно смотрела выпуски проекта «Дом-2» и мечтала попасть сюда. Ее мечта сбылась, и она стала не просто участницей, а ведущей. Она участвовала в кастинге на общих условиях, который проводила Надежда Ермакова. Теперь ежедневно в 23:55 Стариковой предстоит держать телезрителей в курсе главных событий «Дома-2». То есть появляться на стройке, вести тет-а-теты или лобные места Старикова не планирует. Она будет записывать новости в студии, вот вы можете посмотреть, как происходит этот процесс. Рубрика «Дом-2 новости» выходит уже несколько дней. За креатив и наполненность материалом отвечает Надежда Ермакова. И как она планировала, новости должны были быть эксклюзивными и оперативными. Но оказалось совсем не так. Первый же сюжет новостей о конфликте с фотографией обнаженного Олега Бурханова не только не отвечал этим требованиям, но и показал уровень телепроекта «Дом-2», в котором очень любят обсуждать то, что ниже пояса. Реакция зрителей на новую новостную рубрику была в большинстве своем отрицательной. Вот только некоторые комментарии. Красивая ведущая, но голос отвратительный. Какого уровня проект, такие новости. Да уж, очень интересные и креативные новости, голый Бурханов, не позорьтесь. Я бы смотрела эти новости, но если бы они шли не так поздно. Зачем их ставить после выпусков, когда уже все спят? На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!